Мы сейчас представим пару, для которой каток – дом родной, а холодный лед – символ побед и успеха. Сколько золотых медалей он им принес? Медали медалями, но звездный участник этого дуэта признался, что не представлял, сколько всего можно делать на коньках. И это он еще не всему научился. На льду Оксана Домнина и Иван Скобрев. Взяли на самом деле очень такую интересную музыку. Соперничество между мужчиной и женщиной. Ну, как в жизни бывает. Ну да, да, да. Женщина все доказывает, что она может, а мужчина говорит, что нет. Yes, I can! Yes, I can! Yes, I can! Очень технически сложный номер для Ивана. Мы подняли такую очень высокую планку, прям вот... 4 минуты катания. Толкаешься, тормозишь, руки поставил. Это сложный тормоз. Вань, ну ты выучишь. Потренируешь, Вань. Ну, очень много работать приходится одному. И в этом номере очень много тех движений, которые надо сделать самостоятельно. Я понимаю, что к параллельности Оксана может подстроиться, но если в каких-то элементах она меня раньше поддерживала, то сейчас она будет настолько далеко. На расстоянии тебя держать. Сегодня я мачо. Какой ты мачо, спасибо. Вань? Пойду выслушаю. Мачо с глухими ушами? Куда ты пошпарил? Объясни. Разминался. Чего ты разминал? А знаешь, перед стартом можно чуть ускориться, чуть расслабиться. Вот сейчас был такой, знаешь. Че он несет? Перешли после двух трагедий опять на юмор. Будет юмор. В вечернем платье великолепно. Впервые в жизни я свой одел смокинг с бабочкой. Ну, я прям вот откатаю и пойду в нем домой. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. We'll be right back.
Гениально! Потрясающе! Это самый веселый номер сегодня. И где же нашли такой дуэт? Вечный спор влюбленных. Все, что ты можешь сделать, я могу сделать лучше. Они все время друг другу повторяли. Они танцевали на разных скоростях. Они сделали такое количество разных сложных элементов. А уж то, что Иван забрался на руки к Оксане, это вообще неожиданный финал. Но он только вызывает улыбки. Улыбки восхищения, если такие бывают, позвольте мне симпровизировать. Уж тут-то, я надеюсь, жюри будет единодушно. Браво, браво. Сегодня Ванька. Здорово. Круто очень. Тебе понравилось? Не-не-не, хорошо. Мы сделали, да? Хорошо. Последняя поддержка, это самое лучшее. Оксана Домнина и Иван Скобрев. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Также все шестерки. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Миш, конечно, мы вот сидим тут за этим, вот тут вот за столом, и вот тут вот проезжает Оксана. Это просто, я не знаю, как они и так как бы вот высокие, и еще в поддержку верхнюю, и вот тут прямо она проезжает и говорит, yes, я смогла, yes, I can, я смогла это сделать. Она так и села ему на шею. Что мечтают сделать все женщины, сесть мужику на шею. Потрясающе. 6-0 за технику, 6-0 за артистизм. Спасибо, Миш. Настя, ну в песне так и поется «Yes, I can», да, я могу, но здесь «Yes, we can», да, мы можем. Они вдвоем, они в дуэте. Они вдвоем, они втроем практически. У них все получилось. Саша Жулин, браво, блистательно. Просто блистательное, очаровательное, невероятно талантливое хулиганство на льду с блистательной техникой. Ну, правда, ну какие могут быть вопросы к Оксане Домниной? Спасибо тебе большое, Оксаночка. От нас, от всех, от девочек. Мы можем. Мы правда можем. Правда ведь, Леша, мы можем? Вы не только можете, вы это и делаете. Да, вот, собственно, 6-0-6-0. Большое удовольствие смотреть, когда такое исполнение, и никаких вопросов нет. Не то, что 6-0, а об этом, ну, это само собой разумеется. Можно было бы больше, было бы больше. Спасибо. Спасибо, Надя. Татьяна Анатольевна. Знаешь, Леша, я всегда говорю, что ты все можешь, да? Ягудин может все, правильно? Но вот я считаю, что Оксанка с Ваней тоже могут все. Спасибо. Потому что это какой-то, знаете, блеск, а не номер. Смешнючий, страшно. Два разных абсолютно характера, два разных состояния у человека. Так передано. Не нужно думать, что ставить. Не нужно объяснять словами, что хотели и что не вышло. Вот то, что показывают, то мы воспринимаем. Ура! И не надо нам никаких объяснений. 6-0. Вань, половина проекта за плечами, а ты не то, что не подустал, а наоборот, азарт появился. Я права? Ой, Ира, все говорят шоу-шоу. Какое это шоу? Это работа, это реально спортивное состязание. И все, кто пришел сюда, состязаются ежедневно по 4-5 часов. И мы это любим. Спасибо, Первый канал. Спасибо нашим наставникам. И, конечно же, вам, болельщики и судьи. Эти слова, мы ради них живем всю эту неделю, чтобы это услышать. Спасибо большое. Ксюш, блистательный прокат. Постановка просто прелесть. Эмоции зашкаливают. Поделись с нами. Ой, вы знаете, мы, мне кажется, для Ивана в первую очередь подняли достаточно резко планку в плане катания. Он делал здесь такие вещи, о которых, мне кажется, в начале проекта и предположить не мог. Дорожка шагов. Ну, в общем, столько всего, что я рада, что Ваня справился. Он трудился ежедневно, старался, и все это здесь сложилось сегодня. Я очень счастлива. Наверное, прям уже... спасибо. Я вам желаю планку не опускать. Чуть-чуть, ну, приподнимите на следующий этап, а мы будем ждать. Спасибо. Спасибо.